Здравствуйте, друзья! Кузнецов Дмитрий с вами. Как вы знаете, по предыдущему ролику у нас в штате новая сотрудница. Контракт мы готовы с ней подписать. Сейчас она на стажировке, и все зависит от вас, друзья мои. Хотели бы вы слышать ее творчество, либо, может быть, вам оно не нравится. Поэтому слушаем до конца, оставляем комментарии. Она ждет нетерпением, что вы скажете по поводу того, как она общается с коллекторами. Итак, внимание, очередной ролик от нее. Имя пока она еще свое не говорит. Ну, может быть, вы что-то интересное предложите ей в качестве псевдонима. Поехали. Алло. А, слушаю вас, алло. Да, здравствуйте. Александра Андреевна, это вы? Я с вами общаюсь, правильно? Да, Александра Андреевна, я вас слушаю, да. Да, Денис Александрович, отдел взыскания по поводу долга перед центром займов. Вы еще 5 февраля 2016 года оформляли займ 15 тысяч рублей, помните? Ой, так все на памяти не удержишь, только событий. Что, не понял? Все-то в памяти не удержишь. Ну, я вам напоминаю тогда, 5 февраля 2016 года оформили займ 15 тысяч рублей и своевременно не производили оплату. Один платеж только произвели и все. Ну, есть потом на то причины, значит. Что-то происходит. Есть на то Александра причины. Андреевна, сейчас разговор про другое. Долг у вас есть, сумма долга на данный момент 58 549 рублей. Сумма как бы достаточно значительная. Но сейчас подождите, я не брала столько денег. Вы что такое тут выдумываете? Вы брали 15 тысяч рублей. А вы говорите 50, вы что? В три раза больше, 300% годовых, да. Меньше, чем за полгода, что ли? За какие полгода? Год прошел с лишним, вы хотите... А, все равно, и что это? И 300% годовых, и за год это хорошо, что ли, по-вашему? Какие 300% годовых? А сколько? Ну, если 15 брала... Вы брали в них раззайм, вы что думали, просто так сумма фиксирована будет? Нет, я думала, что будет все по-человечески. Они по... Все по-человечески есть. Если вы присваиваете деньги, будьте готовы к этому. К чему? Сейчас разговор по другому, Александр Андреевич. Вам предлагается... Что? Предлагается списание. Вы сказали, будьте готовы. А к чему надо быть готовой? К тому, что вы мне позвоните, что ли? Я готова. Я очень люблю мужчин. Александр Андреевич, вы что, нацелены на хамичество, что ли? Я не понял. А с чего вы такие выводы делаете? Я наоборот флиртовать с вами пытаюсь, мужчина. Голос приятный. Не, а у меня мужчины уже давно не было. Я не понял вам не для этого. Да ладно. В общем, вопрос-то какова? Вы оплачиваете 30 тысяч рублей. Что ква-ква-ква вы сказали, я не понял. Вы сейчас сказали что-то там потом. Ква-ква-ква сказали. Зачем так говорите? Александр Андреевна, хорошо, я вас понял. Если скидка вам не нужна, собираетесь оплачивать 60 тысяч рублей, ради бога, ваше право, можете оплачивать 60 тысяч. Нет, мне нужно разобраться во всем. Поэтому предупреждайте по улице юбилейный дом, кто там проживает, и по Истомину. Кого надо предупреждать, о чем? Деньги, о чем? О чем предупреждать? Чтобы имущество и деньги готовили, будет принудительное взыскание. Вы также можете не скрываться. У вас есть... А, нет, я не скрываюсь, вы только мне, мужчина, объясните, если пожалуйста. Если думали, что сможете украсть деньги и присвоить их, нет, совершенно так, зря. Вот как раз коллектора приедут, и будете мое, давать, что? Вот ну. Там свой фото будете показывать. Александра Андреевна, коллекторам, они очень любят женские как раз ласки. Тем кого более, любят тоже. Они? Вот и будете с ними так общаться. Понятно, Александра Андреевна? Я ничего не выражу. Поток угроз каких-то или что, мужчина, вы что там? Ну, обезумели да, у себя за телефоном, за своим? Готовьте деньги. Вы мне угрожаете сейчас. Прикрашивайтесь, в парикмахерскую сходите я сейчас и ожидайте коллекторов. Я сейчас мужу трубку передаю. Давайте. Давайте. Ради бога. Лагерь Пес, дорогой, поговори тут. Алло, здравствуйте. Добрый день. Представьте, будьте любезны. Герпес Адольфович. Собственно, персона. А как еще раз? Герпес Адольфович. Ага, так. Денис Александрович, отдел взыскания, слушаю вас. Вот так вот, мужчина. Так это я вас слушаю. Что-то у меня, я супругу услышал, что вы ей угрожаете. Вы ваша лично. Ваша супруга украла деньги организации. Что вы сейчас сказали? Пытается скрываться. Я сказал, ваша супруга украла так, деньги организации. Так, слушай сюда. Пытается скрываться. И еще. Слушай сюда. Чего ты с кем так разговариваешь, слышишь? И шаг тупомордый. Ты чего, адрес знаешь? Да, ты чё, и всё, на этом
его компетенция закончилась. Ну, если бы ему повезло поговорить с Герпесом Адольфовичем, то этот ролик мог бы претендовать на статус одного из лучших. Но не повезло. Остался Герпес Адольфович не у дел, хотя успел ему продемонстрировать свою позицию, свою, скажем так, активную неприязнь. Этого, я думаю, хватило и вам, самое главное, в том числе, друзья. Ну, а если серьезно, я призываю вас всех поставить лайк. Все-таки я напомню, у нас новый персонаж, и как он вам, пишите. Ну, собственно говоря, пока действительно все. Если еще раз повторю серьезно, то в описании этого и любых других роликов на нашем канале есть вся необходимая информация, в частности, ссылочка на наш сайт для тех, кому нужна юридическая защита. На сайте есть видео, как устроена работа кредитных юристов нашей компании. Пожалуйста, обращайтесь, делайте все так, как рассказывается в инструкции. Оставляйте заявку, мы вам перезвоним в рабочее время. Поделитесь этим роликом, всегда напоминаю, с друзьями, в соцсетях. Пускай как можно большее количество людей радуется жизни вместе с нами. Ну и группа ВКонтакте, там ссылочка тоже в описании есть. Пожалуйста, вступайте в группу, там все ролики дублируются. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алиан. Всего вам хорошего, счастья, здоровья и финансового благополучия. До свидания.